живой оркестр, элегантное платье и смокинги. Во Дворце искусств царила атмосфера настоящего торжества в лучших традициях прошлых столетий. Впервые здесь прошел новогодний бал для одаренной молодежи Бобруйска. Праздник собрал более 130 парней и девушек, которые добились больших успехов в учебе, творчестве и спорте. Поздравить ребят с предстоящими праздниками пришли председатель Александр Студнев, его заместители, а также представители различных ведомств. То, что сегодня мы вместе сделали, я хочу сказать огромное слово благодарности вот за этот новогодний бал, за подготовку этого новогоднего бала, потому что для каждого из нас это новинка. И я считаю, что мы все вместе достойно справились с этим нашим новогодним праздником. Тон грандиозному балу задавал настоящий танцмейстер. Под звуки классики присутствующие кружились в вальсе, танцевали полонез, минуэт, мазурку и польку. Подготовка к празднику началась за пару месяцев до его начала. Ребята на репетициях тщательно разучивали движения и бальный этикет 19 века. В нашем городе это первый бал. В прошлом году президент задал тон. В прошлом году первый республиканский бал. В этом году уже в больших городах Беларуси прошли первые балы. Не обошлось и без сюрпризов. В разгаре бальной феерии появились главные персонажи зимних праздников – Дед Мороз и Снегурочка, которые, в свою очередь, исполнили с ребятами современные танцы. Побывать на таком торжестве для учащихся города почетно и значимо. Они остались под большим впечатлением от такого подарка со стороны руководства Бобруйска. Это реальная атмосфера бала. Каждая девочка может себя почувствовать принцессой. И мне кажется, что только ради этого стоило репетировать месяц, и здесь сегодня собрались все мои друзья, знакомые, близкие, и в том числе руководство города. Этот был момент незабываемый. Такое событие бывает только раз в году, как говорится. Подготовка была очень сложная, мы все старались, и успех, как видите, на глаза. Здесь невероятная атмосфера, здесь очень приятные люди, были очень приятные хореографы, которых мы очень ценим, потому что мы вообще не умели танцевать этот вальс. Но это было настолько все просто завораживающе. Мероприятие приурочили к республиканской акции «Наши дети». Организаторы выразили надежду, что такие новогодние балы станут началом большого пути и хорошей традиции города на Березине. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.